И, друзья, с вами снова я, Санигус, и Вован. Всем привет! Сегодня мы снова играем в Father Family. Сегодня у нас последнее обновление в этом году. Ну что ж, не будем тянуть, начинаем! Что нам поменяли, это интерфейс. И на компьютерах, и на телефонах. Тут теперь все клавиши вот здесь внизу. Также у нас тут в деревне полный переполох, я вижу. Тут вообще всякая музыка играет, цветомузыка. И вот с этих коробок можно достать что-то наподобие салюта или что-то в этом роде. И также они сделали надпись 2024, то есть здесь мы уже празднуем 2024 год. И сейчас посмотрим, что нам еще добавили. Это помимо гнезда, то, что мы можем делать гнездышко. У нас тут есть, помимо Bird Nest, тут... сейчас. Я хочу кое-что проверить. Если так можно... Да! Теперь можно не менять, не уничтожать гнездо, а потом его снова делать, а просто где-то переместиться и снова его сделать. Прикольно. Цветное... Ну, я, пожалуй, сделаю там, пускай будет голубенькое гнездышко. Какое? Ну, так. Так, теперь... У нас добавилась кнопочка потомства. Да, я хочу яйцо. Что тут у нас? Вот яичко. Я вижу, вот оно. Оно пока что вообще не ходит за мной, ничего не делает. Как и обычное яйцо. Но если мы нажмем сюда, если мы ему дадим имя, к примеру, пускай будет, даже не знаю, Луна. Просто по приколу. Лунар. И вот так. Если мы нажмем на люк. О, господи, как он красиво вылупился. Вот он, этот малыш. Вот этот Лунар. Он за мной ходит теперь. Он просто ходит. Это чисто искусственный интеллект. Вот просто я... Удивляюсь этому. Лунар, кстати, следуй за мной. Он может следовать. Следуй, чтобы ваше потомство... Он может покинуть гнездо, кстати, навсегда. А ну, давай. Давай, я хочу проверить. Да. Он уехал исследовать мир. Уехал, да. Да, понятно. То есть мы можем делать потомство в этом гнезде. Вот, тут даже позначено, кстати, то, что это мое гнездо. Вот тут гнездо. И потомство. Господи, это слишком мило было. То есть, прикольно. То есть, теперь не надо, в принципе, забирать игроков, чтобы у тебя было потомство. Они могут дальше жить, а мы можем себе делать потомство. И если вы какадрис, а на сервере почему-то нету какадрисов, к примеру, то мы можем делать потомство как адрис. Так, смотрим теперь, что нам еще добавили. Также мы можем шарики брать. Вот. Шарики, и чтобы их положить, снова ложим, и вот, получается. Ладно, друзья, думаю, можем прощаться. Вот такое обновление. Кстати, теперь с Father Family доступны и на PlayStation, и на Xbox, и даже на VR. Ладно, друзья, думаю, можем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.